Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm. Вашему вниманию предлагаю бой в режиме «Каждый сам за себя» за Космодесант. Спонсором данной серии у нас является Дмитрий Почежерцев. Он хотел ФФА, и вот второй бой за Космо. Предыдущий был достаточно странный, где там вышел Эльдар, где был очень специфический космодесантник рядом со мной. Ну, а сегодня у нас полуторачасовая резня. Моментами сразу два против одного. Забегая немного вперед. Ну, я думаю, что это не будет спойлером. Скоро сами все увидите. Карта «Проклятая душа», мой ник Рейстандер. И против меня были некий Ктрик за Космодесант, Рукрос Икс за Орков и Панчу Драфт за Тау. Не так давно было сражение, ну не 5000 лет назад, а только, наверное, 1000 лет назад. Вот, поэтому относительный свежачок. Смотрим. Начало, как мы видим, достаточно энергичное и бодрое. Сразу пошел в атаку Трик. Уже первая ошибка, потому что пока он вот так вот бегал бы и спамил своих спейсмаринов, на него могли бы напасть с другой стороны, но, например, вот я бы мог на него напасть, а у него на базе сейчас ничего бы и не было.
И в итоге он прибежал уже к разбитому корыту. Да и подобный раш, в общем-то, ничем хорошим не заканчивается на этой карте. Если ты загасишь одного противника очень быстро, то двое оставшихся, если они хоть что-то соображают, скорее всего, переключатся на тебя, не дав тебе застроить полученный в самом начале респ. Поэтому здесь нужно полномерное развитие. Да, нужно делать войска достаточно быстро. Я ведь сделал сразу две пачки спейсмаринов. Тебя могут атаковать с самого начала, но самому лезть вот так вот на первых секундах крайне опасно. Я ведь пытаюсь снять все реликт, поэтому мне пришлось на Тао так или иначе сделать движение. Пока все идет неплохо, и вроде бы Космо разрушает тут точки, прижал постепенно орка, но отступает. Отступает, потому что понес большие потери. В общем-то, неравноценный был размен, один пост. Ошибка вторая в том, что он не дожимает. То есть ему надо было смещаться вот сюда вот сразу и лишать орка просто точек. То есть надо было вот эту точку сносить. Отсюда надо было расстреливать пост. Хотя это было сложно сделать, он мог его чинить и сзади механик стрелял бы с шутами. Но, по крайней мере, орк бы остался, ну, на двух точках, скорее всего. А так он ступил, то есть раш он начал, но не додавил в итоге. У меня были бои, правда, на другой карте я играл, где вот я тоже так же рашил, в том числе и орков, через три отряда спейсмаринов. И спокойно они продавливаются, там добавляешь командира, но у него были очень большие потери, он перестреливался, стоял даже не в кавере, а вообще в антикавере, даже не в нейтральной позиции, теряя войска бестолково. В принципе, он был близок к тому, чтобы убить того же механика, если он смог бы расстрелять шутов, то орк был бы вообще без защиты, по сути. То есть он не додавил, он не сломал им до конца экономику, он профукал экономику свою при этом, захватывал всего лишь одним отрядом разведов, притом он еще и не дозахватил точки две, вот, например, у него не захвачены. В итоге у него с орком почти одинаковое количество постов, и притом у орка еще один пост и проапгрейджен уже. Но орк не тратит силы, как видите, на создание армии, он в теще, чисто только защищается. А вот Космарь тратит, опять же, ресурсы на, как видите, пополнение отрядов. Тут уже есть и пушка улучшенная, и санкцометы тяжелые. А у него нету, оружейки, и нету Т2, и нету даже генераторов, он еще их не построил. Вот только сейчас он пошел дальние точки захватывать. Я решил сыграть через спейсмаринов и через, в общем-то, глайдеры. Я вообще хотел Тау накрячить, но тут уже было поздно атаковать. Сейчас конкретно этими самыми глайдерами. Уже 8-я минута шла, у него антитех был. Это больше был как элемент сдерживания, если бы он напал бы. Но СМ, в общем-то, для танкования, может быть, сопротивления ракетным танком, если бы он их сделал, или дронов, хотя редко на Т2 Тао дронов делает. Да, он тоже, видите, захватил точку, но при этом ее не застраивает, потому что у него строителей нет. У него строитель всего один, на такой огромной карте всего один строитель, это полный бред. Здесь надо сделать, ну, два минимум, три желательно, чтобы они быстро все застроили и помогали друг другу и чинить, и строить. В общем, у него крайне медленное развитие, он все ввалил в войска, но при этом забыл про экономику напрочь. И раш не удался, орк отбился, в общем-то, ему достаточно отбиться легко, учитывая, что у него все здания почти стреляют, и он их очень быстро может чинить. А если бы он скрыл, ну да, он тогда еще не скрывал в начале своих этих греченов, он мог просто за ним стоять и достаточно долго чинить, а Космо не сделал черепок, он не видел бы их. Стал захватывать орка реликт, спокойненько бегает, достаточно вольготно. Да, и у него 5 точек, у них, в общем-то, одинаковое количество. Вот как сейчас он там застраивает свою 6-ю точку в Space Marine, и орка более выгодное положение. Он меньше потерял войск. Но у него, как бы, потенциально более быстрый выход в Т3. Т3 орка, если у Space Marine нету полноценного Т3 своего с терминаторами, с неуязвимостью через Библа, ну, заканчивается для СМ очень плохо. То есть, если нету дредов,
поддержки, которые могут разбросать. Нету вихря, нету ленда, нету глайдеров, то все будет плохо. Гидсы очень быстро ликвидируют всю эту пехоту, и, в общем-то, все будет печально для космодесантника. Ну, снайперы нужны. Опять же, он может перепрыгнуть все своим механикам, засветить их, очень быстро всех убить, видя, откуда они стреляют. Поэтому орк очень неприятен на Т3, если у Сэма нету раскачанного, скажем так, Т3. Орк, оно сильнее потенциально. Т4, да, у них сопоставимо, СМ там уже даже превосходит за счет мобильности. Ну, отходит, хотя... Да, он ходит, кстати, в кавер, а вот Космо бегает в антикавер. Я так и не захватил реликт, хотя мне он нужен. Точки, видите, не качанные, экономики абсолютно нет, всего 4 генератора, только одна прокачанная точка. Но орк, кстати, тоже генераторов всего 3, но они ему особо-то и не нужны. У него в основном все упирается во влияние, и энергии нужно очень мало, если он технику не использует. Да, он тоже сидит, ничего не делает, ведь он светит. Реликт. И не дает захватить. Но тут он что-то не заметил моего захвата. И не пошел отстреливать на сей раз. Тоже развивается довольно неплохо, экономику строит. Точек много. 6. Точка не захвачена, потому что она забрана с другой стороны к смарем, а он туда даже не пошел. А я не стал приближаться, чтобы его не агрить на себя. Ну и, как вы наблюдаете, орк вышел в Т3, тоже на 4 генераторах он играл, но ему-то энергии потребовалось меньше, чем Space Marine, а здесь никакого Т3 еще нет. У СМа нет техники, точки не все докачаны, он там 7-ю даже захватил. А, подожди, сколько там у них сейчас получается? А, ну да, здесь 5, 6, 7 точек, одна не застроена, техники нет вообще. Соответственно, гидсам ему противостоять нечем. Здесь отряд шутов, 2 отряда гидсов, 1 отряд ракетчиков. Против 3 отрядов, 2 из них СМ, серые, но это расстреливается очень быстро. У него нет неуязвимости, тем более еще зачем-то Библиари присоединяет к серым. Когда здесь нужно либо командор ставить, кто может протанковать, либо еще лучше капеллана. Я захватил реликт, его обстреливают.
Судя по всему, там идет то ли ленд. А нет, там идет, судя по всему, вихрь. Да, слишком быстро для ленда строится. А здесь уже начинается атака. Начинается атака, но успевает залезть в машину. Этот трик. И зачем-то поехал прямо на орка. И причем поехал в антикавер. Кидает гранаты, но теряет весь отряд практически моментально. Бегут серые сражаться, ближний бой. А пока они там бегут, сейчас второй отряд, естественно, их бойцов положит. Пока они там бегутся, пока пробагуются, пока бить начнут. И вот в итоге Смаль теряет всю свою пехоту буквально за 15 секунд. А орк не теряет ничего вообще в этом размене. И таким вот образом отыгрывает чудесным трик этот бой. Вроде начал за здравие, начал правильным рашем относительно, но не дожал. И, ну, относительно, потому что здесь рашить вообще не надо было ничего в этом режиме. Но уж если он начал раш, то надо было добивать. А он пустил орк, дал ему развиться, и в итоге вот получает то, что получает. Ну, плюс он не строил никакую экономику. Только сейчас он вспомнил, что, оказывается, экономика-то не для лахов. Она как бы нужна вроде даже. Но уже, как говорится, сопливых вовремя целуют, и пятый генератор ставит орк. И без войск много ты уже не сделаешь на одном желании. Сделан дредноут, который отвернулся вообще в другую сторону, как бы намекая, на кой меня хрен сюда вызвали, все равно бой слит. Да и не особо он торопится, я бы сказал. При том, что если бы он развивался бы последовательно, вполне возможно, что он был бы уже в Т4. И сейчас бы вот этот Т3 орк он спокойно бы размотал. Да и вообще не факт, что орк пошел на него. Еще бабка надвое сказала. Но насчет этого орка и Тао у меня были определенные вопросы. Я не смотрел реплей потом. После боя. Поэтому надо будет сейчас вместе это глянуть и понять, что там такое произошло. Забредясь, на которую я полтора часа наблюдал. Расстреливают здесь завод Space Marine, он даже, по-моему, не чинит. Зато у него строитель отдыхает один, ну точно, что его чинить, зачем? Действительно, лучше точку застроить, а нет, вот он все-таки вспомнил, что завод надо сохранить, но, к сожалению, видите, вспомнил он слишком поздно. 5 делает серых, но они без командиров вообще, собственно, ничего сделать они также не могут. Станет дред, а пушка и механика, и, в общем-то, все кончено. Прекрасный, в кавычках, бой от космодесантника. Если бы он был в Т4, он сейчас бы этот Т3 орка мог бы размотать довольно легко. Орка еще ничего не было тут, кроме вот гидсов пачки, если бы он их разбивал. В принципе, два отряда терминаторов, отряд серых, пара дредов поддержки, орка бы, вся пехота была бы уничтожена. Но он тоже не дурак, я думаю, был. Если бы он это увидел, он бы отступил под свои туки, под свои агитки и пытался бы обороняться уже там. Но все равно это можно было разбить с дистанции, по крайней мере, сломать ему экономику, сломать завод. Но Космо ничего этого не сделал, и закономерный итог. Я тоже никуда не тороплюсь. Хотя, может быть, и зря, если бы Тао прикончил, ничего бы этого бы и не было на полтора часа. Зато я поставил вторую главку, ставлю генераторы, качаю экономику с запасом. Тао тут тоже так просто, может быть, и не прожать было изначально, то есть он тут неплохо закрепился и даже турели использовал. Кто говорил, что у Тао нет турели? Вот у них турели, XV, 88, две турки он использовал и, в общем-то, показывает то, что парень даже за Тао сумел поступить в Белокаменную Академию и закончить ее на удовлетворительное, потому что 2 XV88 это уже окончание с 3 баллами в аттестате. А по мне пошли наваливать орки. И теперь вся моя, как бы, боевая задача, весь мой план атаковать Тао пошли прахом. Потому что теперь атаковать было нельзя. Потому что орк мог атаковать с другой стороны. Надо было ждать, кто из них останется. Но у меня-то как бы в тактических помыслах был вариант, что они находятся на смежных респах и сейчас будут биться.
Орк нападет на Тао, или Тао нападет на орка. И я просто подожду последнего и завалю его. Все как обычно. Но не тут-то было. Как вы понимаете. Орк там ничего не производится. Фонарь не горит из его завода. Бежал безумный скулап. Светить. Лучше бы он посветил бы своим бы танкобоями невидимыми. Ну и вот был он застрелен и повис, левитируя в воздухе. Т4 пошло, так понимаю. А нет, не Т4. Самолет у меня пошел второй. Затишье небольшое, я строю оборону. Пророчество большого пса должно быть в этом сражении вновь исполнено. И 22 турели построено, а лучше даже 30 и превысить его многократно. Те, кто строит 30 турелей навеки, заносят свое имя в анналы истории. Обители скилла в доме для тысяч рекрутов, которые, пройдя обучение, стали великими бойцами. Ставит бомбу безумный этот доктор, снимает реликт, но у меня уже есть, в принципе, лэнд. А новые они не захватили. И вот Тао пошел в атаку внезапно на орка, но, правда, передумал и полетел назад. Все-таки они были не в команде, я так понимаю, раз он какие-то телодвижения против него предпринимает. Вот этого всего я не видел на тот момент. И только они действовали в дальнейшем, но его показывал, что они в тиме, в общем-то, играют. Но, походу, все-таки нет. Орк просто позволил Тао там построиться, видите, прям под носом строит, по сути, стоит еще XE88, базу расширяет. Но он никаких признаков агрессии к нему не проявлял, хотя, казалось бы, на смежных респах он должен был сначала его загасить. Но почему-то он себе в приоритет поставил космодесантника, находящегося через всю карту. Ставлю третий генштаб. Ресурсов много не бывает. И, как видите, прирост 232-185, но запасов никаких нет. 300, там, 50 и 700, это вообще ни о чем в такой ситуации. И по-прежнему точку я не стал забирать дальнюю. Надо не провоцировать того же орка, например. То есть я все сделал как обычно. То есть минимальная активность, когда противники выбирают цель для атаки. Минимальные засветы, максимальный навис и выжидание. Но это не помогло. И опять захватил реликт, но сделал это невидимками. Да, тут уже Т4 орка идет, очень долго что-то там строится. Все сидят, ждут ответственный момент. Потому что те, кто сцепится в первое мгновение, скорее всего, будут биться уже до конца. Конечно, такое количество глайдеров было сделано не для орка, а 8 штук. Вообще даже 9 штук, а для Тао. Ситуация, видите, изменилась. За глупого космодесантника, который испортил всю тактику мою на этот бой. Если бы он бы не сдох, Тао был бы уже мертв. Мне пришлось бы просто дождаться последнего. Пытался ведь прокрасться орка один юнит, но его застрелили.
снайпера. Да уж, 4 минуты, я смотрю, тут стоял его идет. Но это только вот... небольшое затишье перед бурей. Количество тел, как я уже говорил в прошлом, по-моему, в прошлых видео, или вчера. Количество тел здесь будет навалено многослойно на земле проклятой души. За ними земли видно не будет. Ну, орк, как видите, даже не воспринимает Тао как угрозу. Тао больше сместился к орку именно, а вот орк сместился ближе к моей стороне. То есть он даже и не планировал на Тао нападать. То есть тоже пытался минимально как-то там обозначить свое присутствие. Типа, меня здесь даже и нету. И вот побежали его шейп-рекрутов изучать установку на карте. Лучше бы вот такие разведки делать невидимками, чем потенциально на себя агрить сразу двоих противников, бегая по их территории. Ну, в общем, он все посмотрел. Я думаю, то, что он увидел, ему не понравилось. Все застроено, кругом куча невидимых войск. Это примерно как в арке. Вы высаживаетесь где-то на карте с голой жопой. В мультиплеере, а там рядом с вами прямо аккурат стоит на точке высадки металлическая база с гатлингами. И вас убивают через полсекунды после того, как вы успели почесать себе задницу. Эту голую. Вот. Примерно, наверное, такие же ощущения здесь были у Тао в этот момент, когда он увидел, что тут застроено со всех сторон и никуда не пройти. Парки, зоны высадки вообще легендарные там. Иногда тебя забросят прям в болото каким-нибудь крокодилом, а иногда забросят прям почти на базу к противнику. Или под базу. Иногда тебя может забросить прямо на точку спауна рексов, который тебя сожрет через секунду. Легендарные точки высадки. Вот за сколько там уже, наверное, 15 тысяч часов наигранных в арке я нагляделся на это безобразие. Куда только не закидывало. Семь минут, в общем-то, довольно пассивного геймплея. Но вот начинается, орк смещается в центр, пытается забрать реликт. Уже построил здесь лагерь. И, в общем, свою цель он выбрал. По всему. Но, видите, он изначально стоял ближе ко мне. Плюс я им пытался помешать, естественно, забрать реликт, который мне был тоже нужен в случае уничтожения ленда. Но он успевает снять. И вот так вот начался контакт. Приятно. Больше ждать было нельзя. И играть такого доброго терпилу. Начинает окапываться рядом с реликтом, застраивает этот лагерь. Собственно, агитки дополнительные, которые потом хрен разберешь без бросков орбитальных ударов. Потому что обычно за этими агитками стоят войска, либо прет спам бесплатных рубак. И подобраться туда очень сложно. Но и не забывайте про Тао, который дамоклов мечом висел в противниках, создавая дополнительную угрозу. В общем, снял он реликт, но захватить пока не может. Но пытается, все еще захват идет. Все, слетает захват. Убивает вихрь. Отряд, который забирал. Раскидывая его. Орку это не понравилось, и он бежит наказать обидчика. И вот теперь, в принципе, вот да, час примерно, даже чуть больше, час, 5 минут будет вот это вот жесткое рубилово практически нон-стопом идти. Передохнули 7 минут между действиями и вперед, погнали.
Разрушает он мою турель, несется вперед, думает, что сейчас вот так же возьмет, как этого Ктрига абсолютно. Сбегает, кстати, видите, в кавер и расстреливает терминаторов даже. Причем две пачки сумел расстрелять своими этими гребаными гитсами. Читерными, с диким уроном, но там расстреливает его снайпер, плюс сбрасывает с дредноуты. Дредноут серми, точнее, и пошла атака неожиданная. Для него, наверное, целые пачки глайдеров, и он теряет тоже очень много пехоты ближнего боя. Пытается захватить реликт. И у него почти это получается сделать. Там у него снова вырубают отряд, но новый подбегает и продолжает захват следом. Надо было, конечно, убивать здесь рубак. Но я концентрировался на элитных отрядах за Stanley Land, и он почти захватил весь захват. И он может строить слона, в принципе. Была очень хреновая новость, когда я орбитальный удар на его главку. И начинаю разворачивать атаку с другой стороны. Тау стоит за всем, за этим смотрит с интересом, судя по всему. Наконец-то два дурня пошли сражаться друг с другом, а я посижу, подожду, посмотрю. Все началось, в общем-то, из-за реликта, но не вмешайся я тогда. Ну, мне кажется, в любом случае орк собирался напасть именно на меня, потому что он в эту сторону смотрел всеми войсками. Пытается он убежать, но варбосс застрелен. И продолжают давить глайдеры. Правда, здесь уже есть антитех, и пришлось сваливать. Да, Тао ведь тоже активизировался и накидывает орбитальный удар на мой ландрайдер. А тут еще сидят и снайперы, пытаясь захватить реликтовую точку. Слон уже идет. Катываюсь я реликтом, да, пришлось отступать снайперами, или они даже были застрелены, по-моему, все-таки они отошли. А в итоге, короче, реликт остался нейтральным. Из-за Тао Йорк там тоже пытался помешать захвату. Были потеряны глайдеры, но, в общем-то, тут от них уже проку было мало. Надо было переходить на дреды поддержки, чтобы разбрасывать толпы рубак и прочего стрелкового, в том числе дерьма урчего. Подкрадывается, да, он начинает стрелять по мне, но он стреляет всем подряд, но преимущественно по мне. То есть орку он почти не цепляет никак. XV-88 у него по-прежнему тут сидит. Своими рельсовыми пушками шевелит. Настроил целую батарею турели с тыла. Разношу точки орка, ломаю ему экономику, но он почти не тратит. То есть у него затраты минимальные только на ремонты, на строительство гитпостов, пополнение гитсов, остальное у него прет бесплатно спам рубак. Да, и ведь у меня был сильно поврежден ленд, я пытаюсь его отремонтировать, а нету реликта повторно построить. А у него выходит слон, плюс у меня еще и ленд стоял в антикавере, надо было откатываться, но откатываться, ну хрен знает. Да, надо было все-таки его уводить. Я хотел нанести максимальный урон слону и разменяться просто с ним, а так релик был ничейный, его бы оставили без супер-юнита, но слона было больше хп, он тоже чинил. И не сразу я пошел его гасить, видите, терминаторы сидели в захвате, серые, да, бегут, я перепрыгиваю, но ленд уже уничтожен. Сбрасываю дредноут. И гитсы. Гитсы расстреливают довольно быстро серых. И слон отступает, то есть я остался без супер-юнита, а у него слон сохранился. Сюда перепрыгивает командор Тао, но это макет настоящий. Настоящий вон стоит. Это жалкая копия для подсвета. Да, слон так и не был добит, к сожалению. Рубаки мешают повязать лицов. Еще одна пачка терминаторов потеряна. Попытки слона завалить. Очень плотно ведь встал, и хрен подойдешь чем. То есть орк такой соображающий попался. Но с самого начала было видно, как он оборонялся против этого безумного лоло-спама. Довольно спокойно, не проявляя никаких признаков паники. Сгораживаюсь я шоу-меринками, чтобы он по ним стрелял.
А, блять, я что-то пока не вкачал, по крайней мере, не вижу, что там дымят. Препятствие ведения огня. И орк идет вперед. Надеюсь, что вот сейчас-то у него все получится. Количество тел уже, видите, возрастает на этом пятаке земли, но пока все еще достаточно мало, чтобы даже закрыть первым слоем. Количество трупов максимально, но в общем все настройки максимальные в игре стоят, кроме теней. Тени стоят на среднем, но видеокарта, видите, не тянет, эти тени прекрасные. Вот, заигрался в Total War. Соуля, короче, не тянет эти прекрасные тени. Нужна только 40-90 Ti, чтобы это вытянуть. Потому что есть баг, когда у имперских гвардейцев, например, и у некоторых других фракций от зданий удлиняется тень на весь экран, такой диагональю мигающий. И, в общем, это смотрится отвратительно, поэтому я тени отрубаю на средние. На средних этого нет, потому что просто там здание не отбрасывает ее. И таким образом эта проблема решается. Я еще пытаюсь завалить слона, закидать его дредноутами, завалить терминаторами, но он прикрывает стоит. И параллельно еще и ремонтирует. Не дает слона завалить с нахрапа. Ресурсы есть, 8000 влияния, 9600 энергии. Прирост тоже неплохие, 237-171, но в текущей ситуации надолго этого не хватит. Тау разносит мне точку, приходит стоять черепок для подсвета от невидимок. Да, орк очень компактно стоит, он не приближается к Тау, Тау его не видит. Но пока один на один идет бой, за исключением того, что он не снес точку, Тау, в общем, пока все нормально. Типичная упорная борьба. Попался орк, соображающий, ничего, в общем-то, нового. Такое бывает, и бой затягивается. Проблема в том, что если бы был только один орк, то это было бы только полбеды. Да, я орбитальный удар по слону, чтобы скидать гречных, которые его чинят. И орк забирает опять реликтовую точку себе. Не Тао. Попытался помешать, но мне тут было не до его, так, остановки на захвате. Да, я, кстати, не видел, скорее всего, что он забирает в тот момент. У него они были в инвизии, и, в общем, там на карте ничего не светилось. А я был весь в атаке на слона. И, как видите, не удается опять добить. Я стреляю просто в точку, куда он ушел вихрем, чтобы раскидывать. Не давать его ремонтировать грещинам. Тем не менее, несколько ударов своими молотками они умудряются сделать. Застрелить очередных терминаторов, смещаюсь в кавер, но при этом дохнут. Библиарий удается включить неуязвимость. И приходится ступать. И догнал, смотри, терминаторов и застрелил их до конца орк. Но дальше вступают уже в дело турели. Снайпера и, в общем-то, оставшийся Space Marine, он вынужден тоже сдавать назад. Не хватает войск, банально, из-за гребаного лимита. Есть ресурсы, но не применить. И теперь прикиньте, как бы смотрелся бой, если бы не было бы лимитов никаких, был бы No Limit Mode, например. Такая настройка в Soulstorm. Сейчас бы было бы просто невероятное мясо со всех сторон. Да, это могло все дико лагать, но... Как показывает No Limit Mode, в принципе, движок игры это... спокойно вытягивают. И если у вас есть процессор с частотой хотя бы 4,5 ГГц на ядро, то он вполне это потянет. И видеокарта какая-нибудь уровня хотя бы 760 GTX 770. То есть довольно тоже древняя. Дерьмо мамонта. Ну или какой-нибудь там 1050. Не знаю. Она тоже спокойно потянула бы. Здесь видеокарта особо не нужна, здесь нужен именно процессор. Я проверял, в общем, на 1080 и на 3090 Ti в бою, где я играл за орк, где было дикое мясо против двоих, против Космо и Некро.
абсолютно одинаковый FPS, что был на 1080, что на 900, 3900 Ti, в общем, одинаково один в один кадр. То есть все упирается в прос. Ни повышенная частота видеокарты, ни увеличенное количество CUDA ядер, ничего это не помогает. Она работает там процентов на 10-15 и все, и еще по заниженной частоте больше игре типа не требуется, она больше не видит. Поэтому я говорю, 1050 здесь будет достаточно для No Limit мода, для Ultimate Apocalypse, просто нужен мощный процессор. Хоть Pentium 4 разогнанный там до 4,5 ГГц, у вас будет работать быстрее, чем какой-нибудь, я не знаю, Core i5 с частотой там 3,3 по одному ядру, он будет работать медленнее, чем Pentium 4 в этой игре. И будь у вас хоть там 20 ядер, 30 ядер, вообще без разницы. Работает только один поток. Остальное игра не видит. В этой игре у меня процессор работает сейчас процентов, наверное, на 5-7. Видеокарта процентов на 10. Притом еще на частоте где-то в районе 700 МГц. И больше не ускоряется. Да, Soulstorm был новый движок. И это было, конечно, замечательно. Просто сделать ремастер графики на новом движке, чтобы использовалось больше ресурсов у железа. И игра бы заиграла совершенно другими красками. Главное, чтобы не движок третьей части бы они бы дали бы вот этот мультяшный. Переделали бы в такой же стилистике, только текстуру бы обновили и, в общем-то, дали возможность ресурсам железа раскрыться. Не знаю, хотя бы чтобы там 3-4 ядра бы использовался в процессоре. Уже был бы совершенно другой бы уровень. Слон почти сдох, и вот остается буквально сопля хп, и его добивают наконец-то долбанного слона. Но проблема в том, что у него остался реликт, и он все равно его может сделать. Пока что паритет. Орк не смог продвинуться, я тоже не могу продвинуться, из-за того, что нет Ленда. Есть опасность Тао. Более того, мне еще сносит, видите, главку и продолжает стрелять мне по точкам. И лучшим бы решением для нас, орком, конечно, было бы от него отделаться. И потом уже разобраться друг с другом, потому что он мешается, ведь и ему там что-то постреливает туда-сюда. Вот я же вижу, что он, кстати, его отковал. Все-таки они были не командой. А мне тогда казалось, что они атакуют прям целенаправленно. В дальнейшем увидите, почему. Вот. И атакует Тао меня, то есть он мешается обоим. Логично было бы его грохнуть, а потом уже решить, кто из нас победит. Но вот эта вот взаимная вражда, которая началась 13 минут назад. Так, 14 минут назад уже она началась с 28 минут. Она не дает забыть старые обиды и убрать угрозу, которая надоедает обоим. Будет ли ремастер, кстати, Soulstorm или ремейк? Ну, на самом деле, это вполне возможно, учитывая успех многих ремастеров и ремейков в последнее время, последние периоды. Я думаю, что возможно задумываться над тем, чтобы сделать. Это была самая удачная из частей. Будет гораздо проще, чем делать новую игру, и может получиться действительно неплохо. Если они не напортачат ничего с физикой и с графикой, то ремастер Soulstorm могут получить офигенное распространение и достаточно большой онлайн, там, в тысячи игроков, может быть, даже десятки тысяч. И опять же, на волне этого успеха они могли сделать и четвертую часть, поняв, что людям наконец-то надо. Наконец, чтобы там мысль нашла мозг у зарубежных, так сказать, девелоперов. Потому что они, походу, не поняли, почему провалилась четвертая часть. Ой, точнее, почему провалилась третья часть, и что людям надо-то было в итоге. Не мультяшную графику, а там какая-то мох-хрень, а действительно серьезную стратегию с мрачной графикой, с зубодробительным геймплеем, с физикой, с того же Soulstorm, с новыми возможностями железа, движка, со строительством базы полноценной, с убранными лимитами теми же самыми, и с гигантскими боями масштабными. С большим количеством юнитов. Часть же можно было взять из того же Ultimate Apocalypse мода. Полно не использован того, что есть в мире Warhammer Soulstorm. Вот пытается прорваться, но я снова его отгоняю.
Да, он начинает еще более активно, видите, на меня переть. И все более нагло действует. Разрушает мне посты, разрушает точки, турели. И ситуация накаляется. Не могу отойти сверху на нижний фланг за орка. А Тао этим пользуется. И обвинить его в этом, в общем-то, сложно. Потому что я не переписываюсь. Типа, а давай там, Вася, мы его сейчас нагнем по-быстрому. И там с тобой разберемся. Они действуют по ситуации. Но это реально 2-1. Ситуативные. Такое бывает, это бесит всегда, но что поделать. Если нету сговора прямого, то, в общем-то, это допустимо. Ну, я имею в виду прямого через писанину. На днях будет бой за Эльдара. Да, я играл против двоих пуздеров, которые напрямую прям сговорились во время матча в наглую, говорит, давай, говорит, его завалим там. А что, давай там. И поперли вдвоем радостно. Вот это, конечно, свинство, и за такое надо банить, если бы игра модерировалась. Но на ней модерируется, и пришлось биться против двоих. Один из которых был тоже Эльдар. Это ФФА. Самый сложный режим из всех, которые есть. Что вы здесь можете играть и в начале, сражаясь с Рашем. И на Т2, и на Т3, и на Т4 против двоих, против троих. Пятерых, шестерых. В общем, ситуация может быть до охренища. Вы должны выстоять и победить в любом случае, при любых раскладах. Могут быть сговор, дипломатия, предательство, ярость, все что угодно. Количество убитков в этом бою будет достойно, я думаю, Total War. Даже там было меньше потерь в некоторых сражениях. Половина рота космодесанта отдала своей жизни в этом бою. Достижение итогового результата. Орк не сдается, продолжает свой дерьмоспам рубак. И из-под этих рубак настреливают его гидсы. Все правильно он делает. Еще опять идет слон вездесущий, никак не сдохнущий. Надо было снимать реликт, но он его очень сильно застроил. Видите, как только туда я подбегал, даже терминаторами, он все равно перекидывал гидсов и очень быстро расстреливал. Но снять-то можно было под обилкой библиария, но вот захватить уже нельзя. Опять очень большие потери были понесены, приходится отступать. Орк тоже теряет, но он теряет, видите, его баг. Он не тратит деньги, он теряет гидсов, но в меньшем количестве. Под этого дерьма спама. Ну и расстреливает с дистанции, расстреливает, разбрасывает. У него один танк стоит, два самолета и слон. Пытается он опять починить, но кидая орбитальный удар, чтобы разбросать Гречинов. Количество тел еще больше возрастает, но землю все еще видно вот на этом вот пятаке. И это еще только начало до конца боя. Минут 45 осталось, только половина, видите, прошло. Жает он хищников, но хищник не очень сильно дамажит по слону, но, в общем-то, урон они ему наносят. Хотя больше ему урон наносит, конечно, дредноута ближнего боя, серые терминаторы ближнего боя, но сбросить их туда было достаточно сложно, их очень быстро убивали. Контролировал его слона, постоянно защищая его теми гидсами и агитками. Тао копит силы, ресурсов у меня, я думаю, дохренище было, а вот у меня с ресурсами не все в порядке. 8800, 181 прирост, 11700 по энергии, 170 прирост. Но в такой ситуации это мало. При атаке с двух сторон могло бы очень быстро все это испариться с повреждениями экономики от Тао.
кидаю. Все удары, сдохнут там практически все гречные, которые ремонтировали слона. Он пытается опять отбросить терминаторов и не дать добраться до слонопотама. Такой паритет, короче, не могу ни я продвинуться, ни он не может продвинуться. Но он ведь ломает мне экономику, перепрыгивает вот туда-то сюда своими этими флешгитцами. Древними, как угодно их там можно называть. Почти сдох слон. Очередной. Но у меня нет лендрайдера, потому что я не могу захватить реликт. Даже если бы я его снял, я все равно не мог бы его забрать себе. А без ленда я не мог его продавить. Некому было танковать столько урона. Ну и плюс у меня все равно опасения были насчет Тао. Я в уме держал его атаку. И в этот момент вот что происходит. Как только я пошел вперед, как будто по сигналу интеркома, ведь Тао атакует меня с тыла. Я не сразу заметил, кстати, эту атаку, потому что я был весь вот в атаке на орка. Заметил я буквально секунд, наверное, через 10-20, и охренел, что у меня там часть базы просто снесено с тыла. Вот о чем я и говорил, видите. Только я пошел вперед, причем он не видел, что я пошел в атаку. У него есть никто не светил, у него не было ни одного юнита поблизости. Но откуда-то узнал, что я вот орка атакую. И вот я тут увидел, что происходит где-то в этот момент. Буквально. Мне разнесли уже кучу генераторов, разносят. У него, видите, войска не светятся на карте. То есть их не видно, и... Я смотрю, у него убавляется что-то энергия, убавляются эти самые точки пропадают на миникарте. Что за хрень? Смотрю, а там невидимки Тао хренащит базу. Ну, атака в любом случае не увенчалась успехом. А, вот я заметил, пишу. 2-1, нубы. И вот в этот момент я был уверен на 100%, что Тао вместе с орком играют в команде, потому что слишком была синхронная атака, как только я начал его поджимать. И вроде бы начал прорываться моментально, тут же атака невидимок. Прям синхронно, секунду в секунду. Но то, что я видел, в принципе, Тао пытался его атаковать. Может, он слышал через туман войны. У него чит стоит на то, что у него туман войны не было вообще. Такие есть. Насколько я знаю. Правда, я никогда не использовал и не пытался даже их найти. Но люди, которые играют, писали, что... Ну, и юзали их, писали, что у них были такие щиты. Правда, они работают в основном в офлайне. Не знаю, смогли ли их адаптировать под онлайн. Все-таки меняет файл игры, там было бы различие в файлах. Чувак просто бы вылетел. Я пишу ему: «Тао, ты тупой идиот, умрешь следующий». Ну, для Тао, в любом случае, Тао соглашается. Панчу драфт пишет: «Окей, хорошо, я согласен. Я идиот и умру следующий». Да, причем тупой идиот. Не просто идиот, а тупой идиот. Но ему, в принципе, без разницы было, кого атаковать. Я отстрелился от его чудесных невидимок. Отрядом снайперов буквально они все свалили. Приходится убирать ведь снайперов своих, чтобы терминаторов накинуть. Тао был вообще без разницы, кто его будет гасить. Его бы и орк завалил, и завалил бы я. Без проблем, один на один. Поэтому единственный его шанс — это насрать кому-то в момент, когда один будет ослаблен. Второй, кто будет сминать оппонента, он как раз на него нападет, тоже его ослабит. И таким образом попытаться уже выиграть того, кто останется. Но единственный его шанс был, судя по всему, он для себя такую именно тактику игры вывел на этот бой. Но мне-то от этого какая разница, он меня разнес весь западный фланг, нижний. А орк продолжает переть. Орк все хорошо, он орк не атакует вообще. Он, кстати, убрал отсюда еще XE88. Да, он снес ему, кстати, пост, но дальше он не пошел. Что-то он не атаковал орка-то невидимками и ракетными танками со своими телохранителями Ферила. Количество тел становится еще больше, и земля уже начинает исчезать, но все еще это недостаточно, чтобы ее скрыть. Тела, кстати, в Соуле — это вообще отдельная тема, она дохрена как грузит ядро как раз процессора, непонятно зачем, почему они спрайтовыми моделями не валяются, а валяются именно физическими. То есть движок игры думает, что это не труп валяется статичный, а думает, что это стоит отряд,
И причем стоит многослойно друг в друге, что добавляет дополнительную нагрузку. Та же самая проблема, кстати, была в старых тротуарах. В Риме, в Медиоле тоже эти тела здорово тормозили. Потом они смогли разобраться с этой проблемой. Но какая-то нагрузка есть, но, в общем, там не считается валяющее статичное тело за отдельный юнит. Хотя какую-то нагрузку это тоже создает. Орк опять немного осадил атаку. Большие потери понес, понял, что тут все серьезно, и никто не будет с ним играть в поддавки. Это ему не Ктрига гасить. Попался какой-то упортый космодесантник, который не хочет сдаваться. И я снимаю все-таки реликт, решаю. То есть основного достаточно много убил, но толку он создает новых. И поэтому я решил таки снять. Опять, видите, бежит командор светить. Макет. Снимаю я реликт, но захватить я не мог. Да, я снял подобилку неуязвимости и тут же моментально пытается он убить. Видите, гидсами терминаторов. Стреляет танк, стреляет агитки, стреляет тау. Ну, под таким перекрестным огнем даже терминаторы не стояли бы. Максимум, что я смог захватить, процентов 25%. Нужна была крупномасштабная атака в этот момент, чтобы войска атаковали, чтобы гидсы были повязаны, и тогда штурмовые терминаторы могли взять, пытаться вторым отрядом. Когда первый был бы уничтожен, стрелков, штурмовые бы могли сесть вместо него и дожать. Так остальные были бы повязаны. Но если бы это не было Тао, можно было бы провернуть. К сожалению, Тао был. Этот ублюдок мне еще, видите, застрелил отступающего Гибляриан. Засвеченный. Ну, да, Тао, в общем-то, играет себе на уме. Вот он, кстати, пошел атаковать, я смотрю, уже и орка. Также, но атаки несопоставимы. То есть одно дело, когда он по мне стреляет и расстрелял мне кучу зданий своими стационарными войсками и посылает на орка один танк. Причем, кстати, с одного завода, он мог еще завода вот здесь поставить, как минимум две штуки, а то и три. Вот тут бы у него завод был в лес, а он всего один завод сделал и сидит на нем. Ну, короче, играет. Так себе, поставил две главки. Его просто никто не атакует, поэтому он по двум дурачкам постреливает. Пока они там друг другом занимаются. Такой гопник, который подкрадывается и, в общем-то, всем пытается нагадить. Зная, что... Пока пацаны заняты, никто ему сдачи не даст. Я пытаюсь опять захватить точку. Тут поставил турель. Пророчество, не знаю, тут свершилось, не свершилось. Турелей много, но 22 тут явно. 22 их точно нет. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 турелей, но почти пророчество свершилось. Большой пес говорит, что как только 22 турели будет построено, это автоматически победа, противник уже деморализован будет от одного только вида этой непреодолимой мощи. И это его сподвигнет капитулировать и выйти, как минимум. Но ведь не дает мне достроить турели орк, он снова атакует и мины не дает поставить. Более того, опять перепрыгивает своими гребаными гидсами и стрелил строитель, расстреливает турель. И всячески мешается. А Тао решил переключиться на другой план хитрый. Он тут пытался опять перепрыгивать своими невидимками, но мне пришлось оставить ведь два отряда снайперов на их постоянную локализацию с тыла. Плюс черепок, чтобы они видели заранее их. Но он переключился на дронов, он делает двух предвестников и пошел по мне наяривать. Все меньше и меньше ресурсов остается. 160 всего прирост и 7600 и 14,5. Влияние очень быстро сокращается. Приходилось держать баланс, ведь я не мог атаковать огульно, идя вперед с большим разменом. Эти 7000 улетели бы за пару минут активных действий. Надо было держать в уме еще и Тау. То есть полноценно на орка я не мог ударить всем, что у меня было. И причем не просто провести одну атаку и отступить, а давить, да, теряя войска, но давить непрерывно на протяжении там 5-10-15 минут. Ломая ему инфраструктуру и убивая войска.
час почти идет бой, 59 минут, полчаса где-то осталось до конца. Пока ни конца, ни края тут не видно. Тао пошел спамить дронов. Вот, о, хрен, он не на орка пошел это делать. Зачем он на меня-то их начал кидать? И мало мне спам был рубак, так еще и спам дронов от Тао с другой стороны. Давлю ракетные туры, чтобы этих дронов валить с дистанции. Да, прибавляется потихоньку влияние, на 200 возросло, но этого мало. Так или иначе, потери я нес, потому что они стреляли самолеты, стрелял салон, до которого было не добраться, что его прикрывала огромная толпа сзади, стоящая еще и в укрытии. Реликт остался ничейным, но вот и слона он тоже стал беречь гораздо ведь сильнее. Понимал, что просто так не сможет его создать с нахрапа. Запущен очередной спам-рубак. А, он здесь посылает один танк на орка. И с двух предвестников фигачит по мне своими дронами. Ну, насчет танка я не видел, что он посылал на тот момент. Для меня Тао просто был очень странным, который сидел и... Так, процентами 30-50 армии атаковал исключительно меня, остальные все на базе сидели. Для меня это была какая-то имитация полуатаки союзных войск на тот момент. Шесть семьсот, сокращаются ресурсы, ведь уже за 7000 я вывалился. И 13,5. Орка тем временем, как видите, до хрена ресурсов, 22200 и 17200. У Тао 22000 и 12700. То есть я такой тут самый бедный родственник, по влиянию, по крайней мере. Ну, Тао никто не трогал, а орк, видите, не использовал практически влияние, он в основном давил рубаками, из-под них давил уже элитой. У меня был урон по всем направлениям. Хотелось ремонтировать много чего. От повреждения самолетов, выполнять отряды, от разбрасывания танков тех же самолетов. От атак гидсов исполняться. Терминаторами угол, чтобы здесь больше не прокрадывались невидимки и гидсы не отковали плут веры, генштаб. Три туры ракетно стоят, но даже они ведь не всегда успевали с двух предвестников дроны снимать. Часть войск вместо атаки орка контролирует Тао сейчас вот. Вот он еще и танки начал подключать по моим тоже отрядам. Нахрена нужен орк, когда есть космодесантник. Мало того, что спамил своих дронов, мало того, что он невидимку мне пробрасывал несколько раз, так еще и танки подключил тоже на мою базу. И тогда я вот уверился уже на 101%, что они действуют командой. Ну а как еще это можно воспринимать? Он просто тупо кидает все, что есть на меня, а второй сверху хреначит, его полностью игнорирует. Сейчас мы видим за кадром, что уже на повторе без тумана войны была какая-то атака у Тао, вялая на орка. Видно, что вялая. Но хотя бы какие-то телодвижения в этом направлении, да, там делались небольшие. Так, количество трупов завалило землю настолько, что ее, ну, фактически не видно. В определенных участках, там, где они максимально плотно подыхали орка. Канале спецэффектов. Вот, пожалуйста, теперь подъезжает по мне, фигачит ракетными танками, помимо
дронов. Уничтожая мне дредноута, убивая снайперов, раскидывая. А орк своим слоном стоит спокойненько, танкует, разрушил мне завод, кстати. У меня остался всего один завод на базе. Да, у меня две казармы, но всего один завод остался. Ну, плюс, конечно, есть центр орбитальной связи, который тоже спамил дредов, но это немного не то. Успевает он увести слона, реликта-то у него нет, при потере слона он, в общем-то, остается тоже без супер-юнита. Но успел отвести, и опять стоит его защищает, то есть опять к нему не подойти, если бежать сейчас его добивать, то потеряешь всю походу под гитсами. А та в этот момент тебя расхреначит с другой стороны. Такая классная ситуация, но я как-то обычно не сдаюсь до того момента, пока есть возможность победить, а здесь были все возможности для этого, поэтому продолжается эта безумная борьба. Опять Таук ведь разнес мне пост невидимками, но они были застрелены снайперами, и он вынужден был отступить. Какого хрена он не орк откал этими невидимками? То есть изначально, если план у него был ослабить обоих, то теперь он переключился полностью на меня. И чего толку? Ну, убивает он меня дальше. Что? Орк 2 респа, и он его просто расхерачивает, как кусок дерьма. То есть у меня хотя бы один респ был, и он это прекрасно видел, но при этом атакует меня и... Как говорится, похрен валенки. То, что будет потом, его не интересует. Слон пытается протиснуться, и вот сопля ХП остается. Я по нему стреляю уже и вихрем туда, просто ведь в туман войны. Раскидывая. Но он прорывается на рывке через свои собственные войска. Даю хищника и, в общем-то, начинаю расстреливать здесь танки, потому что уже не хватало одних только пушек. Вон, видите, у него перепрыгнули опять невидимки, и помимо невидимок, когда пролетели мухи, их тоже застрелили снайпера. То есть он уже начал практически, ну, половину войск атаковать мою базу. То есть такая идет игра 1.5 на 1. Да, количество тел в этой точке завалило землю полностью, ведь я не лукавил, когда говорил, что ее не будет видно вообще. И это еще не конец. А вот Тао, смотрите, пошел в атаку на орка, то есть он на меня бросил невидимок, а на орка бросил своих, своих ФВ. Fire Warrior через следопытов светит. И пошел на орка, то есть он понял, что здесь ему не прорваться, и решил с другой стороны попробовать. Нет, они все-таки были не в команде, но на тот момент это смотрелось реально как тим. Видите, он стреляет своими самолетами мне по турелям. Туман войны, и приходилось постоянно тоже ремонтировать, тратить ресурсы, тратить строителей, которые отлетали так или иначе на этом ремонте. За кадром это сейчас практически не видно, но это лишнее отвлечение постоянное, лишний геморрой, лишнее телодвижение. Вот теперь он переключился опять на меня, то есть туда-сюда долбанет. Но согласитесь, орку он откал гораздо слабее, чем откал мою базу. Сколько было сброшено дерьма на меня и сколько было сброшено на орка. Это только первая атака пехоты его была. А на меня он уже раза 3-4 скидывал своих невидимых. И плюс, конечно, дроны постоянные. То есть мне мало бесконечных рубак, еще и бесконечные дроны с другого направления. Но мощь космодесанта такова, что он может сражаться с двумя сразу. Все правильно выстроится. Ресурс по-прежнему 7500, я примерно держусь на одной точке, не стараясь не проваливаться глубоко ни ниже, ни выше. И около 13500 по энергии. Орк, видите, есть глубина, то есть он имел второй респ, он мог туда отойти. Он очень странно, что здесь ничего не застроил агитками. Он мог все застроить агитками вообще. С заводами, учитывая, сколько у него было ресурсов, и давить непрерывно теми же банками, например. А он давит, что он... Ну, он, в самом деле, давит через самолеты. То есть он накидывает самолетов, у него есть танк. Он весь свой лимит, по сути, забил. Практически забил весь, целиком.
Я бы на его месте лучше бы банки пустил бы. Сделал бы два танка, в общем-то, слона и пустил бы банки спамом. Ну, тут сложно сказать. Он вроде давит нормально. У него было очень много ресурсов. Мог переключиться уже с рубак на что-то более тяжелое. Шутов там, не знаю. Нобов, мега-нобов. Штурмовиков тех же самых. Учитывая, сколько у него было рез. А он копил, тоже опасаясь, что ему придется долго разбираться со вторым, и чтобы у него был какой-то запас. Минут 20 остается до конца, может быть 20, там 3 минуты. Да, он приключил спам дронов, кстати, видите, на орка. Но на самом деле, да, его тоже атаковать было бесполезно. У него было огромное количество ракетных агиток. Они-то гораздо быстрее уничтожают дронов, чем ракетные турели из-за количества большого. Они вообще не доезжают, не долетают, не доползают. А, орк как одержимый, похрену, прет на меня. Его атакует Тау, но ему без разницы. Я себе нашел друга на этот бой. И постоянно свои зеленые приветственные телеграммы посылал. Почтальоны просто бегали ко мне на базу. FPS в игре в такие моменты очень радует. Обладая самой мощной в мире видеокартой, наблюдать в этот момент 28 FPS сейчас, это, конечно, очень печально. Но, как я говорил, видеокарта отдыхает в этой игре, абсолютно не нагружаясь, как и процессор тоже. Спасибо старому кривому. Ну, в те времена, на самом деле, движок Soulstorm был передовой. Он и сейчас по той же физике, например, остался непревзойден в стратегиях в реал-тайме, на мой взгляд. Ни одна не обладает такой офигенной физической моделью. Да, и в целом графика была тоже очень-очень приличная. По тем периодам, в 2005-2004 году. Но сейчас, конечно, его нужно обновлять и в плане модели, и в плане эффектов. Ну, эффекты, кстати, неплохие, но надо просто детализацию модели улучшить. Самое главное, это, конечно, физику оставить. Улучшить детализацию, может быть, немного поменять освещение в более мрачный, опять же, холодный спектр. И увеличить лимиты для войск, чтобы больше отрядов одновременно могло сражаться. Пускай ладно, лимит оставит, но хотя бы сделать, допустим, 50-50. Для орков, там, скажем, сделать, ну, 250, вот так тоже увеличить в... Или, не знаю, можно было сделать 100, допустим, а орку 250. Или 500. И, конечно, сделать возможность использования большего процента железа, видеокарты, оперативки, процессора, чтобы просто был хотя бы на 50% нагружен в этой игре, а не на 5% там 10-ядерных, извините меня, или там 16-ядерных. Еще меньше нагружено. Чтобы видеокарта была нагружена на 99% по чипу, а не на 10%. И при этом еще он не работал не на полной частоте. И тогда был бы совершенно другой FPS, да, были совершенно другие замесы. Представляете, что бы здесь было бы сейчас такие бы моменты? Да, просто бы канале. Размеры карт можно, кстати, было увеличить, чтобы опять же это все стадо вылезало в пространство карты. Очень много чего можно было сделать, если бы я был главой компании, разработчик, который бы имел средства и персонал, чтобы это сделать, я, безусловно, бы это сделал, и игра получилась бы легендарная, опять же, на десятки лет вперед, как это с Soulstorm произошло. Но глупые иностранные девелоперы, к сожалению, не понимают, что людям-то надо, на самом деле, и
рискуют вкладывать деньги, рискуют. Персонал привлекать. В общем, боятся любого риска. Боятся любого риска, боятся рисковать. И имеем то, что имеем. С одной стороны, они рискуют привлекать персонал. С другой стороны, они рискуют любых инноваций. Они просто не понимают, что людям надо. Я говорю, большинство реально из иностранных компаний, которые делали, принимали участие в создании третьего Дова, они так и не поняли, почему он провалился. Они серьезно думали, что просто их игроки заговняли и все, что не нужно продолжение War. Это их вывод был. Не то, что оно хреновое получилось, а просто оно не нужно. Сколько же слепыми можно быть, чтобы не видеть. Остановился. Ресурсы, я думаю, у него были, но... Ну да, орка дохренища. 32-21 тысяча. А, у Тао энергии закончилась, поэтому он остановился. То есть у него 94, у него влияние, это было дофига. А энергия на дронах вся и закончилась. Поэтому он и встал. Так бы он, может, с радостью бы еще их наваливал бы. Это честь знать пришлось. У нас идет перестрелка с орка. Ничего особо не меняется, как она была примерно там... 45-47 минут назад. Так она и в этом же квадрате продолжается без изменений. Погибли уже тысячи бойцов орка в этой точке. Погибли сотни десантников. Но продвижение не состоялось. Орка единственный ведь успех был, это уничтожение завода. И на этом он тоже ограничился. В своих поползновениях. Ну, а у меня проблема в том, что места было мало. Было очень мало места, чтобы расстроиться. Было мало ресурсов, чтобы давить. Если бы у меня было бы там 3-4 завода, лучше больше. 3-4 казармы. Запасть пару десятков тысяч. И по влиянию, и по энергии. Ну, все бы уже закончилось. Ну, и не было бы Тау, конечно. Который, я уверен, бы пошел бы опять на меня в атаку, как только я начал борка давить. Серьезно, всеми войсками, непрерывно. Сейчас, видите, такая какая-то странная атака, странная война идет. Половина армии моей, половина стоит на Тау, половина на Урка. Я не могу потом давить. Мне не хватает ни инфраструктуры, ни ресурсов для постоянного давления. Поэтому приходится под оборону атаковать. А орк-то чё, у меня бесплатный спам прёт и прёт, ему хорошо. Деньги копятся, продвинуться мне не позволяет. Тао его вообще не атакует, он там пытался что-то сделать, а потом отошел назад. Потому что у него энергия закончилась. Да, еще инорбитальный удар, слона, да, он пытается отремонтировать, но его постоянно долбят. То вихрь, то орбитальные удары, и поэтому, в общем-то, он тоже хп не может восполнить до конца, но у него нету и реликта в том числе. Пытаюсь все-таки его добить, потому что этот слон реально за бой задолбал. Он уничтожил целую кучу танков и дредноутов своим лазером. И пытается он уйти. Застрял в своем же спёртом танке, но вот просачивается в кратер. И опять гидсы, ведь из-под агиток, из-под слона, из-под танка начинают настреливать, и приходится отходить. Но прибавилось у меня к Вите влияние, 9 тысяч фактически промелькнуло на мгновение, 13-200 энергии. Энергия примерно столько же остается, влияние даже возросло, пока не было активных действий. Несколько минут, тут была только одна оборона. Лимиты опять не полные, сдохли терминатор, судя по всему, ближнего боя. Где-то там вот изготовлялись в недрах. А нет, это не терминатор, сдохли, это сдохли сиры. Терминатор вон ближний бой стоит.
10 минут. Наверное, не 10, чуть больше. Да, минут, наверное. 13-14 до конца. Этой бойни. По-другому это не назовешь. 26 FPS, да, это печально. Это печально, но, блин, я не знаю даже вот в боях, которые... Ну, на Ultimate Apocalypse Mundi, хотя там тоже труп может быть Навального в одной точке, да хренище. Там один залп Титана и вот такая куча уже будет Навального в одном месте, это надо будет тестировать. И если будет резко проседать, придется тела ставить на среднее, иначе это будет уже просто неиграбельно, несмотрибельно. То есть на оригинале это еще худо-бедно как-то работает в... удобоваримом FPS, то, в общем, на Ultimate Apocalypse это можно поделить на два. А, Рукрос пишет. Мне, говорит, скучно. Скучный, говорит, бой. Затолкал рубак, они там бегут куда-то, и, в общем-то, все. Больше ничего не происходит. Подумаешь, там резня была 52. Панчу Драфт пишет. Да, скукота вообще. Я посылаю на вас дебилов дронов, посылаю танков, а вы меня не атакуете. Я пишу ему, выйди, нуб, если тебе скучно. Начинаются стандартные плаки. В общем, про скучно. Когда не может прорвать на протяжении 52 минут, ему сразу резко скучно стало. Ну, чтобы оправдать свой выход. Пишет, ты чё какой токсичный, ты ублюдок. Я говорю, скучно играть одному против двоих. А Рукрус пишет, он атакует меня тоже. Ну да, мы видели, как он его атаковал там. Один раз прибежал пехотой, потом тут же убежал и послал у него там 3-4 танка за весь бой. Офигенные атаки. А здесь они стоят. О, Тао, он еще настроил целую кучу главок, кстати, генераторов напихал. И по-прежнему всего один завод и одна казарма. А, нет, две казармы и один завод. Это с таким-то количеством потенциального влияния. Потому что у него не хватает энергии, дохренища влияния, но он строит главки, а не строит генераторы. Я пишу, я вижу, как он тебя атакует. Постоянно на моей базе тусует своими дронами. То невидимками. Бросаю очередной орбитальный удар, но слон уже починился аж на 50%. И все мои предыдущие атаки были, по сути, на него без толку. Почти. Да, я поставил еще один, видите, уже четвертый генштаб. А орк атакует в этот момент вообще с тыла. Перепрыгнул просто в наглую, ломает мне Курили. Неожиданно, ни с того, ни с сего. И пошел говноспам. Рубак, новая пачка забегает. Перепрыгивает терминаторами, но уже турели-то здесь убраны. Два дреда сбрасываются, поддержки. И вынужден Рукрос вновь отступать уже наверх, спасаясь от возмездия десанта. Кстати, игра, которая, ну, перспективно в этом году должна была выйти в сентябре. Dark Tide называется, Warhammer, от создателя Vermintide. Ну, это кооперативный шутан. Сверхглубокого, экстраординарного я не жду. Будет очередная командная пострелуха, типа крыс. То есть вы будете бегать там сражаться за гвардейцев с Хайснёй. Ну, возможно, кто-то еще будет. Десантник вроде там не ожидается. По крайней мере, может, их там в DLC завезут. Но на релизе вроде как я не видел космодесант. Это не будет какой-то сверхглубокой RPG. Это будет опять... ну, экшен, по сути, командный, просто без сюжетным вроде как бы. Так вот, его перенесли с сентября на ноябрь. 19 ноября теперь он выходит. Если опять не перенесут, будет долгострой, который наподобие Star Citizen строится уже хрен знает сколько лет. Что там в итоге получится, не совсем понятно. Смотрим, выйдет в ноябре, обязательно сыграем, если еще человечество к тому моменту будет существовать, то обязательно сыграем.
И YouTube в России будет тоже еще существовать. Его тут грозятся забанить снова в сентябре, там, в октябре, что все кончено. Забанил канал Гоблина. И Дмитрий Анатольевич уже, так сказать, обещал за это, что YouTube ответит. Хотя, в чем тут Гоблин и он, не совсем понятно. А, вот, потом там еще один какой-то депутат выступал, сказал, что все, YouTube доигрался, типа, кирдык ему нахрен. Хватит банить наши каналы. Причем самое интересное, YouTube, кстати, мотивировал бан канала Гоблина тем, что он там нарушил какие-то принципы, какие-то там правила. Получил, говорит, 3 страйка за это, да, предварительно, и вот, типа, в течение 90 дней. И мы его, говорит, за это забанили. А информации того же Гоблина, у него, говорит, никаких страйков не было вообще, его просто забанили без объяснения причин. То есть он вечером был на канале, он у него был. Пришел с утра, у него канал уже нет. Уже просто заблокирован. Ну, как у большинства, в общем, политологов, СМИ российских, они были забанены без страйков. Ну, просто бан и все. Поэтому такая возможность есть, что его заблокируют. Все еще есть. Будем на троллы, значит, стримить, а не делать в виде видосов, может быть, через VPN. Зайдем. Какая-то инфа тоже проскочила, что некая Мария Бутина предложила сажать родителей и детей, у которых там, ну, там, в дискуссии это у меня промелькнуло, что типа ее там спросили, что, сажать, что ли, те, кто VPN применяет? Я говорю, да, что сажать. Но потом, правда, вышли опровержения, что никто не собирается за использовать VPN никого сажать никуда. Так что с VPN тут тоже все может быть очень спорно. Но Трово в любом случае будет доступно. Сегодня, кстати, заблокировали в России Patreon. Те, кто не в курсе, Patreon уже забанен, его просто нет. И туда не зайдете. То есть сайт-то видно, но при попытке зайти пишешь, он недоступен. Уж Patreon-то чем нахрен помешал? Непонятно. Но тоже был заблокирован. Так что те, кто мне говорил, создай на Патреоне кошелек, чтобы можно было донатить туда. Ну все, Патреоны не работают, только Donation Alerts. Только стримы и больше никак. Либо заказы через Donation. Donation-то не должны заблокировать. Это российская вроде как структура, а Патреон американская была. Вот забугорных врагов, видать, решили блокнуть в сторону, чтобы ничего там не переводили через них. И, в общем, Тао сидит по-прежнему на базе, ничего не меняется после наших рассуждений, продолжает атаковать. Всех подряд настреливает частичные пауэрпы по мне. Ну, по мне он опять запустил дронов по традиции, а по Тао, фу, по орку там что-то стреляет, если что-то засвечивается. Пост засвечивается, у него стреляют на автомате телохранители Кирилл, остальные войска не переходят в контратаку, вот по-прежнему... Скучает, сидит, напрягая обе булки, играя, наверное, руками и ногами там. Так скучает, что играет руками и ногами. Еще и жопой прыгает на клавиатуре. Руку спишет. You will run. Ну, короче, там про ресурсы написал. Вот я там пошел. С ресурсами. Но он должен идти на обед. Я получил 44 тысячи влияния, но нифига их не потратил, вы все лахи, и я пошел есть, говорит. Пора запустить космодесантниками в реале. О, он пошел наконец-то делать свои банки, о чем я говорил, что надо было делать с самого начала. Они могли неплохо танковать, пишет РТГ. Судя по всему, он настолько заскучал, что не успел даже нажать ГГ. И выходит из боя. Ну, примерно та же самая хрень, что была с Эльдаром, кстати, в прошлом бою. Который тоже Дмитрий Пшерцев заказал. Помните, он там писал, что он там успел чая налить, успел какого-то там сотрудника уволить, который Ильяек был. Всех обосрал, что в лахе, и пошел из боя. Делит на все свои здания. Но орк сделал то же самое. Единственная между ними разница, что он дрался хотя бы на протяжении часа. По сути, да, между нами разборка была в течение часа. А Ильяек свалил через минут 20 боя, при том, в котором он вообще не участвовал, он просто слинял, стоял там 20 минут, потом пришел, обосрал всех и вышел. Так что разница все-таки, как видите, была определенная в этих видео, хотя итог был один и тот же. Оба заскучали, обоим стало скучно, жопа зачесалась, там мамка позвала, динер у него там, саппер, брекфаст и прочие радости.
Ну и остается Тао чудесный, который мне весь бой поднасирал, и, в общем-то, тем же самым продолжает заниматься. Осталось до конца боя минут 5, 4-5 минут, как вы понимаете, это все закончится очень для него печально. Вся ярость, которая копилась на протяжении полутора часов, выплескивается у космодесанта наружу. Шопа тогда была раскалена как сверхновая. Захватываю НГС реликт. Даже тогда я сдержался и не пошел, решил защитить реликт при захвате. Вся ситуация была накалена до предела, и я был готов уже выйти в стратосферу прям со стула. Но умение сдерживаться и терпеть — залог победы. Если ты не умеешь терпеть, ты никогда не победишь более терпеливо. Убеждая терпеливая фраза стара как мир, но она будет актуальна еще тысячи лет, если человечество просуществует еще тысячу лет, а не в этом году превратит себя в горстку пепла в своем безумие, стремление к власти и могуществу. Пока что такой вариант не исключен, и те, кто уже успокоился, вы очень сильно заблуждаете, что что-то там успокоилось и миновало. Тао переключается на другие дроны. Уже ведь это не дроны с предвестников, это стационарные пошли. Максимальное количество главок. Генераторов явно не максимум построено. Всего один завод по-прежнему. Очень слабая инфраструктура для такой экономики ресурсов. У него гораздо было больше, чем у меня. Но я ведь расстраиваюсь на базе у бывшей Ксмаря. Крига, или Ктрига. И все еще не атакую полноценно. Эрдолэнд, и вот он выходит. Спустя почти час после того, как последний раз мы его увидели. Застрял в своих собственных вихрях. И вот это минус физики Soulstorm, что она реально работает, ведь одни объекты перегораживают другим проход. Да, это смотрится все замечательно, что они насквозь не проезжают, но это мешает нормальному геймплею очень часто. Я начинаю атаку, надоело мне все это. В канале с перестрелкой дронов пора было кончать. Ставить жирную точку в этом бою. Как и тогда с попоколкой. Один на один он не представляет никакой угрозы для истинного сына императора. Ясный Ксенос. Трусливый, который играл как Ильдар весь бой, а не как истинный Тао. Кирилл убит, теряет мораль моментально, вся его пехота уже пишет ГГ. И готовится к капитуляции, потому что все кончено. Одна атака буквально сломила его сопротивление. Атака инфраструктуры была крайне слабой, он теряет просто завод, теряет казармы и не может больше сопротивляться, по сути. Я рассчитывал что-то на большее в конце. Даже был как-то несколько расстроен подобным легким прорывом. Если он сопротивлялся действительно грамотно, то Тао просто профукал все от одной быстрой атаки, неожиданной, судя по всему, для него. Он думал, что я там буду сидеть до скончания времен, он будет на меня дронов своих посылать. Еще 3 часа. А может быть, даже и решил побить рекорд 10-часового боя. Но не вышло. Орк все испортил своим динером. А так потенциально, ну, это, ну, не был бы, я думаю, что этот бой 10 часов, все равно кто-то вышел бы или, не, там, вылетел бы. Но бой мог потенциально... Охренеть, тут куча. 30. 31 FPS, 29. Просто трупы одни дают. 29 FPS. И он выходит. Но он потерял, видите, просто инфраструктуру всю и не стал ждать, пока я уничтожу главки. Такой вот бой.
капец. Сюда даже лучше не смотреть. Здесь количество трупов настолько велико, что у меня здание даже под трупами, видите, практически не видно. Сколько слоев-то завалено. 29 FPS. Это просто жесть. 30. Сейчас я когда буду выходить, вы это увидите. Сами здесь вот сверху посмотрите, где у меня стрелка. Какой там FPS был в этой куче. Видите? 29 кадров. Итак, общий результат 15900 набрано мной. Суммарно по армии 5200 орк. Рукросс. В любом случае, я думаю, что этот бой максимум растянулся бы, но... Но здесь была патовая ситуация, то есть Тао должен был принять какую-то сторону, либо он должен был остановиться и дать мне угрохнуть орка. И тогда, в общем-то, он был бы уничтожен так же, как и сейчас, за пару там минут. Ну, либо если бы он продолжал бы мне мешаться, продолжал бы мешаться Борку, то это было бы очень долго, это могло бы на часы растянуться. Но, учитывая, что через буквально полтора часа уже орк начал писать, что ему скучно, что там динер, саппор, там брекфаст, мамка, папка, там жена, любовница, сотрудник, коллега, бабка позвала там за веником помести крыльцо. Но это уже был показатель того, что он не собирается в этом бою долго задерживаться. Это был такой первый звонок, когда начинаются эти плаки про скучно, тошно, противно и так далее. Значит, знает, что чувак готовится выходить. Вот, поэтому больше двух часов, я думаю, бы это не продлилось. 5200 набирает он по войскам, 3035 набирает пунчу или панчу драфт. 245 ктрик. И количество убитых. 3000! Это, в общем-то, довольно прилично для полуторачасового боя. 3000 дронов орков было раздолблено в этом бою. 849 рукрос, 419 панчу, драфт и 51 ктрик уничтожает. 646 космодесантников отдали свои жизни. Да, это практически половина роты полегла в этом бою, чтобы одержать победу во имя Императора и Империума. 2600 теряет орк. 941 дрон. Ну, практически это были дроны и немного органики в конце. Теряет Тао. Панчу драфт. 79 теряет ктрик. 34 здания я уничтожил. 30 рукрос. 37 панчу драфт. Ну, там у меня, видите, сколько снес сбоку, когда невидимками атаковал. Там, наверное, штук как раз под 30 и сбрил. Ну, может быть, 25. Остальное все там орка в виде его этих постов было уничтожено ракетными танками. Одно здание ктрик уничтожил. 45 зданий я потерял, 35 рукрос. Для меня это очень много, 45. И при этом еще в этом бою выиграть. Это нормальное было строительство. Для меня это был еще и строительный симулятор. Одновременно 35 теряет орк, рукрос 15, панчу драфт, ктрик 7 потерял. 680 юнитов я создал, с орбиты привлек, 2700 рукрос, 959 наклепал своих дронов, панчу драфт, 79 ктрик. Я думаю, что он и больше бы наклепал, только у него, видите, энергия закончилась, поэтому все его поползновения также завершились. 169 800 по ресурсам я набираю, 153 900 орк, все-таки я больше них насобирал, несмотря на то, что мне, казалось бы, было меньше точек. Но я прокачал все, что было возможно, я построил максимум генераторов, сколько влезло, и поэтому передавил. Тао, ну Тао тоже, видите, только в концовке он напихал своих генштабов, у него до этого-то было там 2-3, и недостаточно было генераторов. Отсюда он меньше даже чем орк насобирал, у которого было аж 2 респа, но он их толком тоже не использовал по максимуму. И опять же, ресурсов у них было больше. То есть Тао фактически не терял ничего, кроме своих дронов. Орк крайне мало использовал элиты, в основном давил одними рубаками. У него же там был такой запас, что он мог спамить одних нобов и мега-нобов с штурмовиками своими, с танкобоями, в общем-то, полностью заменив рубак и шутами. Но он этого не сделал, он просто написал, что ему скучно, и пошел куда-то там жрать и по другим делам. 127 тысяч, короче, набирает Тао, панчу драфт, 11 800 набирает ктрик, 6 800 по технологии у меня, 4 300 рукрос, 1000 панчу драфт и 740 трик. Общий счет 192 600 у меня, 163
с половиной рук, раз 131-200 Punch Draft набрал и 12-800 к 3. Час 33 минут 58 секунд, почти час 34 шел этот бой. Достаточно долгий для карты вообще на 4 человека. Но вы сами видели там, какая была ситуация, какое было положение. Я не мог продавить орка, не идя ва-банк из-за тау. Я не мог это сделать, особенно не остановился после той атаки, когда он мне снес полбазы. Своими невидимками я, в общем-то, уже держал постоянно в уме, что он может сделать то же самое. И приходилось очень экономно атаковать, плюс у меня довольно слабая была инфраструктура, всего один завод, две казармы и центр сброса, в общем, орбитальные связи. Такими войсками орка, который, в общем, там забетонировался своими агитками, стоит слоном, как гигантским дотом, танком, самолетами, гитцами, настреливается из-под рубак. Без больших потерь это не прорвать, то есть надо было идти в жесткий размен, причем очень долгий, на протяжении 10, там, может быть, 15 минут, а мне бы ни ресов не хватило. Скорее всего, на это не инфраструктура военная, чтобы войска так быстро пополнять. Поэтому приходилось обороняться очень долго, пока орк тупо не ливанул. И потом Тао добить уже было техническим вопросом. Он играл, в общем-то, как... ладно, скажем так, странно, опять же. Не будем токсичными, скажем, странно он играл. А дальше вы додумаете сами, как он играл. Ну, как играл, так и проиграл, в общем-то, за буквально там 2 минуты его запеленал и отправил в совет эфирных. Если оценивать этот бой по 10-бальной шкале, ну, не знаю, баллов 7 бы я ему поставил. В принципе, было много мяса, было много экшена. Довольно непросто было, я тут, в общем-то, лукавить не буду. Они отковали вдвоем, в полтора. Всяко разно, да, мы видим, что Тао отковал орка, но это было все очень вяло. То есть там какими-то тремя танками он к нему приехал. Один раз пытался отковать пехоту, ему сразу вломили самолет, он убежал обратно. И дальше, ну, гадил мне, потому что у меня было меньше турелей, чем у орка агиток. И ему казалось, что проще, видать, туда накидывать. На тот момент мне все это виделось как командная игра. И, в общем, ну, играя полтора на одного, не очень. Мне нравится такой геймплей, сами понимаете, кому понравится. И задница бомбила и горела так, что Фалькон и Илона Маска отдыхали на старте, насколько я был готов взлететь и улететь куда подальше из этого сражения. Но дотерпел и законно победил. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, вступайте в группу ВКонтакте. И оставляйте свои комментарии. Что думаете по поводу этой вакханалии? Нравится ли вам играть 2 против 1? Играете ли вы 2 против 1? Сговариваетесь ли вы 2 против 1? Считаете ли вы это вообще нормальным? И ваши действия в подобной ситуации. Терпите вы или выходите, написав, что все вы говнюки, и я пошел есть. Мне скучно, страшно, гнусно, и, в общем, мне все это дело не нравится. Или же боретесь до конца и побеждаете, как настоящие цари. Потому что только такие битвы, где вы можете терпеть, закаляют характер. И если вы ни разу не дали слабину за 30 тысяч боев, то, конечно, это так или иначе изменит ваш менталитет и отношение не только к игре, но и к жизни. Ну а на сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи, побольше побед, поменьше 2 на 1. Пока.